Аудиоджанг. Задача. Найдите печать Гумон, спрятанную в туманном лесу. Туманный лес. Укрытый светильник. Эта таинственная дымка струится из-под его стебля. Если мы найдем способ поджечь его, то очистим дорогу. Одураченные туманом, они заблудились в лесах. Факел отцу. Он был потерян здесь. Если отнесем его к укрытому светильнику, он может указать нам путь. Thank you.
Тацу бывало поднималась в горы высоко над ущельем скорби. Когда факел ее брата угас, она заблудилась в тумане. Вы усвоили способность карабкаться. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, стоя у стены, чтобы вскарабкаться на нее.
Погасить пламя увеличивает мощность духовного пламени. Мы зажгли укрытый светильник, и он разогнал туман. Ори, появился ключ к руинам Фарлорна, печать Гумон. Вы нашли печать Гумон. Этот ключ открывает дорогу в руины Фарлорна. Элемент ветров скрыт в глубине руины Фарлорна, к югу отсюда. Это недалеко, я покажу дорогу.